титулованный чиновник, победитель конкурса. И, но все-таки, Лев Борисович, у нас до нынешнего года по молодежной политике мы занимали в рейтинге достаточно низкое место. Да, помните, было небольшое падение у нас, пятое, по-моему, было место, если я помню. За 21 год вышли на второе место. Вот, и сейчас, ну, так, прорыв. Главное, чтобы вам сейчас от управленческой команды понять, за счет чего случился этот прорыв, и чтобы это удерживать и развивать. Выделить эти точки, даже сейчас отвечать не надо.